друзья! Привет все! Не верю своим глазам! За окном железный человек! Халк принимает душ и танцует в ванной комнате. Человек-паук копается в холодильнике. Это значит то, что в сети магазина Белмаркет и Гипа стартовала новая акция. И вы можете собрать крутую коллекцию ластик в виде персонажей Марвел. Акция «Ластерсы» проводится с 19 августа 2019 года по 13 октября 2019 года. Вы получите один ластик за покупку 15 рублей в чеке и в Белмаркете и за 25 рублей в Гипо. А дополнительные ластики вы можете получить за покупку товаров партнеров акции. Собирать ластики можно в специальном пенале. А обзор пенала будет в нашем следующем видео. И сегодня мы откроем первые 2 пакетика. И посмотрим, какие супергерои в них попадутся. Карина, открывай наш первый пакетик. Я вот этот прикол. Это ластик Черная Пантера. А я открою второй пакетик. Интересно, у нас повторка? Это Человек-паук! И теперь у нас 2 персонажа. Они прикольные, мне нравятся. А давай проверим, как они стирают. Давай. Попробуем стереть линию, нарисованную простым карандашом. Сразу стираем черный пантерой. Стирается хорошо. Теперь рисую вторую линию. Стираем Человека-пауком. Черная пантера стирает намного быстрее, потому что это пантера. Будем собирать коллекцию. Подписывайтесь на наш канал. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. А я пока буду рисовать и пробовать стирать. До новых встреч! Пока-пока! Thank you.
Это тогда мука. Как тогда говорить?